друзья! Всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Бежит лось. Ну и что дальше? Ну, стреляю. И? Падает. И? А Ванька на камеру снимает. Потом он все покажет. Попал? Попал. Молодец. Вот она, корова с дёргой. Идёт смотреть. Вот они, смотрите, красавцы. Вот они. Красота. Ну что, друзья, на соседний номер. После двух коров вышел бык. Мы стреляем рогатое животное. Все. Выйдет с одними рожками, с одним рожком. Стреляем с одним рожком. Выйдет с тремя рожками, стреляем с тремя рожками. Не ждем крупных животных. Вышел с одним рожками, стреляем на шильника. Да. Это очень вкусное и хорошее диетическое мясо. Друзья, всем привет. И у нас сегодня загонная охота на лося. Вот, время 7 час утра. Я приехал пораньше, ребята еще на подъезде. Сегодня у нас будет 10 стрелков. У нас лицензия на взрослого лося. Но мы, как вы уже видели, наверное, в прошлых видео, стараемся стрелять только быка. Вот. Так как, ну, корову, даже если она одиночка, но это не трофей. А все-таки хочется добыть трофей, быка. Вот. Чтобы было что вспомнить. Каждый ждет этого выхода на номер зверя. У меня был такой случай позапрошлом году. Надеюсь, удача улыбнется мне. Вот. Так что смотрите. Постараюсь вам показать всех участников. Но если выйдет зверь на меня, то я вам покажу, как бы. Если нет, то, ну, извините, это загонная охота, это не на утку там, когда ты идешь один. Тут шанс у каждого. Так что покажу все как есть. Смотрите. Сейчас едем к месту нашей предстоящей охоты. Вот, сейчас проведем инструктаж и заполним путевки. Мы заполняем. Ванька. Что мы заполняем? Мы? Да. Я ничего не заполняю. Ты заполняешься. Забираю, правильно, Дим? Да. Вот это. Дима, да? В руке? Все, убираю. Раз их видеть, ранее кто-то у нас есть такие? Я. Даже. Ты? Дим, поближе подойди, пожалуйста. Остальные стреляли как-нибудь? На охоте были на лося на загон? Значит, следующее. Стреляем взрослое животное. Стреляем рогатое животное. Корову мы не стреляем. Правильно? Да. Стреляем рогатое животное. Все. Выйдет с одними рожками, с одним рожком. Стреляем с одним рожком. Выйдет с тремя рожками, стреляем с тремя рожками. Не ждем крупных животных. Вышел с одним рожками, стреляем на шильника. Да. Это очень вкусное и хорошее диетическое мясо. Поверьте мне. Значит, техника безопасности. У нас сейчас расставят на номера, у нас 10 человек. Мы сейчас еще кинем жребий, по жребию будем расставляться. Чтобы не было обидно. Так, ну, сразу, кто первый, кто второй, третий. Значит, обязательно на номере дождитесь, когда станет второй. Посмотрите на него, чтобы вас увидел. Помахали рукой, вот вас увидел. Вот, предыдущий номер раз увидел, вы встали. И ждете, когда станет следующий. Следующий встал, помахали ему, все, встали. Все, ищите место. Значит, на ветке не наступать, затворами не щелкать. Кашляйте, там, чихать очень-очень тихо, максимально лучше не чихать.
лес, ну, шороха, шума не любит, но все опытные, значит, блядь, угодно. Да, если видите, что далеко, допустим, идет на соседний номер, лучше пропустите, как бы, не уверен, тоже не стреляйте. Корова с телятами идет первая. За ней идет потом. Корова, прошла корова с телятами, сидите тихо, не дергайтесь. Как правило, за ними идет бык. А, он первый никогда не пойдет. Ну, хотя у Дениски он в прошлом году бык первый шел, да? Да. Как правило, шел. За коровой с телятами, за коровой идет первый, потом бык. Не надо вставать, кричать, смотреть, куда, что пошла. Сидите тихо. Теперь, стрельнули, кричите максимально. Там. Попал, стрел, все. У кого рации, соответственно, по рации передаем. Выстрел был, бык лежит, подранок, все. Значит, никто не ну... с номеров никто не сходит, пока не... Вот. Опять же, выстрел был, все, никто не стреляет. Выстрел был, идет, вот, кто бы ни шел. Да. Никуда ничего не стреляет. Никто никуда не стреляет уже, все. В любом случае, если... Стоим на номерах, промах, Олег... Да, даже если все. Выйдет вот так бык. Но мы же не знаем, было попадание. Ну, попадание. Вот именно, я говорю. И стрелы нам все. Нужны, у нас одна лицензия. Выстрел не, был, все, не стреляем, все. Самое главное – безопасность. Это да. Самое главное. Наверное. Все должны вернуться домой живые и здоровые. Да. Пусть будет зверь не добыт, но все вернутся домой. Остальное увидите дальше. Ваша задача. Ага. Если будут идти вот так вот у вас перед вами. Но. Перед вами. То не стрелять. Он далеко там метров. Ну, я понял. Да, далеко пусть идет. Пусть идет на следующий номер. Включай камеру. Она включена. Уже? Помашь. В общем, твое дело вот. Я понял. Если на тебя попрут, стреляй. Если увидишь там он вдалеке где-то, На меня пойдут. Следующий я. Короче, Иваныч, есть шанс заснять на видео, да? Да, у тебя здесь это место. Все, ни пуха, ни пера. Друзья, у нас первый закон. Сегодня на охоте используем патроны азота. Шидит пуля. Все, ждем. Пасмурно. Ветер от нас. Звучал выстрел. Ждем. Закончик услышал. Вот она, корова с девкой. Идем смотреть. Соседнего номера вышел быком. Вон он стоит. Доходит.
гостя на соседний номер. После двух коров вышел бык. Вот. Сейчас ждем егеря. У нас Олег стрелял с карабина. Попадал. Бык упал после первого выстрела. Но встал потом и зашел. Сейчас подождем и пойдем смотреть результат. Но я думаю, он лежит вот в этой полосе. А корова вообще красиво стеленка прошла. Прям можно было стрелять, но мы не стреляем такое. Ну вот, полчаса охоты. Красота. Ну что, друзья, загонная охота для нас сегодня состоялась, и она удачная. Вот. Сейчас мы поедем и покажу я вам быка. Он упал там. Сейчас мы доедем, дойдем, может, я не знаю, пока ждем егерей. Вот егерь вышел один. Вот, и посмотрим. Ну, охота была красивая, особенно корова с телком прошла прям, вот она. Я поснимал, была красота. И потом вышел бычок. Там вот на соседний номер я его видел тоже. Может, на камере будет видно, не знаю. Вот, так что нас с полем. Сегодня удача была на стороне Олежки. Его можете поздравить с полем. И далее я комментарий я у него обязательно возьму. Так что смотрим. Ну вот, друзья, бычок небольшой, шильник. При первом допросе было два отростка. Да, да, да. Вы имеете в виду слева и справа или? Надо, не надо. Так, возраст 2,5. Ну да. Большой. Хороший. Самый вкус. Вкусный. Хороший. Вот самый оптимальный вариант. Так. Самец. Это не надо, Дим? Сейчас. Это... Сегодня у нас 26. С утра было. Октября. Ну нормально. Мы же видео пишем. Там ребята ждут. Спасибо ребятам тоже. Ладно, что там? Хорошо. А есть? Можем ему на трактор загрузить. Так, друзья, у нас сегодня в программе кулинарные изыски. Охотничья кухня. Что, ребят, делаем? Там кляр готовится. Будет у нас сегодня печень в кляре? Печень с опилками. С опилками? Ну она, когда это, молодой бычок, он идет в прожарку вместе с тем, где он лежал. Вместо специй. Понятно. И сейчас это все мы почистили, пленку сняли кое-как. Ну, как видите, да, на коленке все. Немножко промоем, соль, перец, кляр с мукой и в кипящее масло. Масло. Вкусно будет? А то. Вкусно будет, нет? Вкусно? Конечно же, будет вкусно. Граждане мясники, как вам сегодняшняя охота организованная? Каждый поляхи схватил. Оставляй на этом, больше не заказай. И молчат. Я говорю, это охота до выстрела, потом работа. Охотничья птица пришла. Это селезень карковой. Карковой? О, уже караулит, смотри, караулит. Вон. Сейчас приземлится и будет посмотреть. Друзья, нас с полем приятного аппетита. Ребят, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, написать комментарий и поделитесь с друзьями в социальных сетях. Загонная охота – это такая, выход на номер. Сегодня удача была на стороне Олежки.